На рейтинге автошкол напрямую будет влиять количество их выпускников, виновных в совершении дорожно-транспортных происшествий. Об этом сегодня во время встречи с представителями автошкол города заявил начальник ГИБДД Ради Кадиков. Совещание было посвящено качеству обучения курсантов. За минувший год автоинспекторы выявили 41 нарушение правил дорожного движения с участием автомобилей учебных заведений. Еще один фактор – рост числа ДТП, совершенных водителями со стажем менее 2 лет. В 14 таких авариях в 2019 году получили ранения 14 человек, двое скончались. Аварийность выпускников теперь будет отражаться на рейтинге автошкол. Ранее в нем учитывалась лишь информация о сдаче экзаменов. Если действительно выпускники одной и той же школы постоянно попадают в ДТП, то это уже будет антирейтинг. Поэтому как бы вот мы предупреждаем, чтобы все-таки автошколы повернулись к этой проблеме лицом. То есть качество обучения, соответственно, своих выпускников. Также руководитель ГИБДД обратил внимание на дисбаланс успешности сдачи теории и практики вождения. Если на вопросы выпускники отвечают без проблем в 90% случаев, то экзамен по вождению заканчивается положительно лишь в 58%. Люди теряются, на самом деле. Это говорит о чем? То есть недостаточно или часов вы не даете, или где-то усекаете, не даете тот объем навыков, чтобы они действительно могли спокойно сдавать экзамены уже здесь, в экзаменационном отделе.